Ну, а если Путин проиграет, как это сейчас происходит, ну, тогда он станет уже абсолютно зависимым полностью вассалом Китая. Китай осуществит свою историческую программу воссоединения исконных земель. Не случайно от Владивостока до озера Байкал, которое называется Северное море у китайцев. И Китай не случайно уже, когда вот Си приезжал в Москву, когда, собственно, это поражение Путина, оно уже стало очевидным, он предварил свой визит демонстративной публикацией карты Китая и России большой, на которой все десятки вот населенных пунктов на той территории, которая была отторгнута царским режимом в середине XIX века от Китая, они носили свои исконные китайские названия. У Китая беспроигрышная была игра.